И всем привет! С вами, как всегда, я, Рустам. Вы на канале Skylights. И сегодня у меня обзор на шикарнейшую игру «Уличные гонки Drag Racing». Это такая, как сказать, 2D игра, в которой вы можете покупать машины и улучшать их, и они будут ездить быстрее. Эта игра суперская. Вот в ней вот можно подвеску улучшить, можно, допустим, поставить, не знаю, стойки другие, вот там, посмотреть, зацеп, там, что улучшится. И все влияет друг на друга. Игра замечательная. Конечно, у меня мало денег сейчас. Вообще, тут можно машину покрасить, винил где-нибудь. Даже это есть. Это я, короче, машину разобрал и поставил в нее мотор от другой машины. Даже такое тут можно сделать. Вот так. Ну, давайте посмотрим. Тут есть карта. Очень интересно. И тут куча всякого есть. Тут есть турнирный автосалон, скупщик. Тут можно машины продать в скупщике. Покраска, автосервис, автомойка и автосалон. И поставка на учет. Поставка на учет начнем. Это у нас купить номер или обменять номера между машинами. Автосалон. Ну, наверное, все поняли, уже машины покупать. Вот сколько тут класса есть машин. Допустим, L-класс. Дорогие, крутые тачки. Уровень прокачивать. К-класс вот есть. Всякие москвичи. G, вот все классы, короче. Игра весит 300 мегабайт. Довольно много. Но это того стоит. Автосервис. Кстати, прикольное место. Вот тут. Вот. Вот, видите? Вот этот автомобиль я уже свапнул почти. Вот, можно взять двигатель от этой тачки, но корпус исчезнет. Или наоборот, подготовить корпус, а двигатель пропадет. Но это делать не буду, потому что мне это не надо. Дальше. Что у нас? Скупщик, наверное, понятно. Можно продать тачку любую. Мои две тачки можно продать дорого. И турнирный автосалон. Если вы будете играть в турнирах, вы будете получать вот эту фиолетовую турнирную валюту. И, короче, потом вы можете за эту турнирную валюту покупать что? Тачки. Тут классов мало уже. Ну, потому что не во всех классах есть это турнирное авто. Ну, и вот так. Автомойка. Машины мораются. Вот, допустим, это у меня чистая, чистая. Вот это грязная, видите, она завалялась. Но мне не хватает денег, чтобы их помыть. Вот так. Ну, уже 3 минуты. Покрасочная. Все понятно, наверное? Ну, в общем, да. Давайте перейдем к основам. Турнир. Тут, короче, можно играть в разные турниры, разных классов. В игре есть бензин. Ну, сколько вы катаете? Лига, уровень и вот это все прикольное. Диностенд. Что это такое? Самое интересное. Машину загнать можно. И подключить к нему. И тут можно, короче, смотреть общий тест и тест момента. Тут можно настраивать разные вещи. Настроить подвеску можно. Ну, у меня она уже настроена, кстати. Оп, сохранить. Можно вот занизить или завысить. Угу. Ну, я уже все настроил. Давление в шинах можно настроить. Но это отдельные гайды. Если вы хотите, чтобы я сделал гайд по этой игре, поставим, наберем 2 лайка, и когда-то я уже сделаю гайд. И коробку передач можно настроить. Ну, это подробнее потом. Опс, так. Ну, дальше тут ничего интересного. Ну, еще тут можно сделать заезд. Вот, бездорожье здесь, тенью. И можно заезды сделать. Тренировочные. Мы это не будем сейчас делать. Мы сейчас сделаем нормальный заезд. Дальше. У нас улучшить есть. Двигатель. Ну, тут все понятно. Вот за баксы или за деньги. Ну, за баксы, потому что я уже сильно улучшил. Поэтому уже все за баксы.
Дальше расскажу. Вот турбо. Можно поставить турбины. Они как бы увеличивают мощность. Пейпинги вот это. Пайпинги. И вот эта вся штука. Ну, конечно, тут уже с 50 уровня. У меня нету такого уровня. С какого-то уже. Тут с 30. Ну, в общем, вот надо уровень качать. Ну, с 50-40. Понятно. Дальше у нас есть выхлоп. Тут у меня почти все открыто. 28 уровень только нужен. И куплю последнюю деталь. И полный комплект. Но если у тебя все будет куплено, будет бонус к мощности. И тут к оборотам тоже бонус будет. Подвеска. Все понятно? Пружины. Стойки тоже не все сразу. Вот это что у нас? Тормозные колодки. Ой. И... Ну и... Тормозные диски. Да. Все можно сделать. Самое, кстати, интересное, тут можно менять радиус. Вот. Дюймы. Можно, допустим, поставить там, нет, 17 дюйм. Во, огромные диски. Ну, не, мне это не надо. Так. Кузов. Самое интересное. Здесь можно поставить спойлер. Или антикрыло, допустим. Вот 100 тысяч очень дорого. Тут можно ставить лампочки для ночных заездов и вот такую штуку. Бампера можно, можно бампера поменять, задний, допустим, передний. Передний бампер можно поменять. Зад так смешно делает. Ну, облегченные детали можно, там, алюминиевый багажник, там, алюминиевый капот, и это все будет облегчено. Дальше у нас мы все прошлись, и теперь гонка. Гонки бывают разные. Есть испытания, правила дорожного движения, за топ и за время. Начнем с обычной гонки. Это самая обычная гонка с соперниками. Можно выбрать. Можно других. Вот других, допустим, хочу. Других хочу. Вот давайте вот этого выберем. Вот это наш соперник. Тут можно тип управления. Режим КПП. Автомат, полуавтомат или механика. На механике машина будет ездить быстрее. Но я люблю полуавтомат. Прогреть резину надо до зеленой температуры. Вот сверху видно. И... Смотрите, видите, у него фары синим? Он поставил что-то там. Так. Не, мы проиграем. Или выиграем, фиг знать. Не, проигрываем. Быстрее нас едет. И это есть все гонки. Прикол игры в этом и заключается, что дрэг рейсинг по прямой. Так, задание возьму. Давайте других соперников возьмем. С кем бы посражаться, чтобы меня не выиграли. Сейчас посмотрим. Давайте с ним посражаемся. Сейчас посмотрим. Тут уже трасса другая. Трасса меняется. Да. Очень прикольная игра. Мне очень нравится. Она... В ней можно выполнять всякие задания. Это все моего гнем. Да-да-да-да-да. Все, победа. Тут очень много возможностей. Тут все можно прокачать. И... Я первый все равно. Я первый. Тут очень-очень хорошая игра. Вот победа. И тут можно, кстати, улучшать детали. Допустим. Вы, наверное, видели, что у меня ячейки разного цвета. Так, задание. Соберем задание. Тут куча заданий всяких. Ну, допустим, вот доступные улучшения у нас. Можно улучшить любую часть машины. Я сейчас вам покажу. Это в чертежах. Чертежи. Вот. И уровень меняется у них. Допустим, самый первый уровень это обычный, потом зеленый, синий, вот этот красный, потом идет желтый. После желтого я не знаю, что идет. Ну, сейчас посмотрим, давайте, что бы улучшить у нас. В желтом есть что-нибудь? Что я могу улучшить? Очень дорого. Давайте вот эту штуку. Да, покупаем чертежи. И, допустим, я хочу... Ох, давайте вот это поставим. Давай, 80% шанс успеха. И если улучшили, еще там после желтого. Сейчас посмотрим. После желтого оранжевый какой-то идет. А дальше я не знаю. Вот так, значит. Да, у меня есть несколько машин.
И вот тут все характеристики у них есть. В общем, игра хорошая, так давайте испытания пройдем. Испытание это вот, каждый день меняется карта, и в испытаниях можно выбить вот эти чипы, турбину и всякое другое. Испытание с каждым уровнем лучше становится, всегда проходить последнее. Так, что у нас? Испытание это гонка на время, короче. Вам дают время, за которое надо проехать, и вы проезжаете, ну, должны проехать быстрее этого времени. Да, по бездорожью у меня машина плохо едет, потому что я настраивал под обычную дорогу, по бездорожью нужно плохо ехать. Сейчас посмотрим. Мне даже нормально проехали. Самое сложное в этой игре это на механике играть. Вот, надо было за 17 минут проехать, 7 секунд, а я за 11 проехал. Вот и награда. Гонки за топ, гонки за время, это уже неинтересно, за топ ты сражаешься и повышаешь место в топе. По ДД вот это уже прикольно. Мне очень нравится этот режим. Да. В этом режиме не обязательно нужна быстрая машина. Здесь надо ездить по правилам дорожного движения. Сверху вы видите всю карту, знаки. Вот, вот показывается, сколько до знака. Это значит ограничение 110 км в час. И нельзя превышать. Или вам будут снижать. Да, это уже не гонки получается, но все равно очень прикольно. ПДД. Очень трудно, когда у вас все, знак не действует, и можно разгоняться до любой скорости. Но самое главное, успеть затормозить перед знаком. Это самое сложное, по-моему. Все, больше 200 не буду разгоняться. Так, тормозим, тормозим. Ага, нормально. И едем дальше. Еще на некоторых машинах может двигатель перегреться. 80! Ай! Не успел! Заговорился. Мне штраф 3% дали. Так что у нас вот такая вот игра. Да. Если, я еще раз напоминаю, вы хотите... Так, светофор. Если вы по этой игре, короче, хотите гайды или всякое такое, то ставьте лайк. Если у нас, когда у нас наберется 2 лайка, я на третьей передаче стартую, на вторую давайте. Когда у нас наберется под этим видео 2 лайка, я потом обязательно сниму. Все, победа. Финиш. Yes. Да. И нам очень даже много платят. В общем, у нас вот такая вот игра. А на этом мы прощаемся. Всем удачного дня и всем пока-пока.